С наступающим Новым годом вас! Счастья и здоровья и успехов в Новом году вам! Вот новогодние подарки можно заказать. Что-то уж больно рано. А день рождения у Деда Мороза это сегодня. Это вы по-филиппински или по-такийски? Александр Хаврых – сам Дед Мороз со стажем. Подарки дарит своим внукам. Нелегкую миссию зимнего волшебника выполняет на пару со сватом, вторым дедом в семье. В день рождения владыки Великого Устюга на Самарской почте неожиданно для себя вернулся в атмосферу праздника. Самое большое счастье для Деда Мороза и для деда вообще – это когда есть наследники, когда есть внуки. Когда есть правнуки – еще лучше. Потому что это наше продолжение. Даже в свой день рождения Дед Мороз вместо подарков принимает заказы. На Самарском почтамте можно выбрать подарок или письмо, которое получат дети от Деда Мороза в канун праздника. Ближе к Новому году еще обязательно организуем для клиентов такие вот небольшие праздники в отделениях связи. Ну, всегда приятно, у людей вызывает улыбку. Еще далеко до Нового года некоторые удивляются, почему здесь Дед Мороз и Снегурка, но пусть даже этот факт, то, что у них вызывает улыбку, уже для нас хорошо. Отправить свои пожелания и приветы тысячелетнему деду можно здесь же, опустив конверт в специальный ящик. Самое важное – светлое настроение и добрые мысли. Тогда желание точно сбудется, уверяет местный ранний Дед Мороз. Виден блеск в глазах людей, которые идут, встречают. Просто вот особенно дети. Подходят дети, смотрят как вот на Деда Мороза и глаза сверкают просто. Заказать подарок от Деда Мороза на почте можно будет до 23 декабря. Раздаривать презенты адресатам будет специальная новогодняя курьерская служба. Анастасия Зубрева, Валерий Шаронин. События.